Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством экономического развития Российской Федерации по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития. Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сагиль Бабаев и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации Михаил Иванков подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Государственной службой инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения и Федеральной службой по труду и занятости. Председатель Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Кошкар Тэмэзли и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации Анна Попова подписали соглашение между Агентством пищевой безопасности и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о сотрудничестве в области пищевой безопасности. Председатель Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Кошкар Тэмэзли и руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации Сергей Данкверт подписали соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко подписали соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.